У меня нет времени на игры. Здравствуйте, друзья, с вами Павел Первый. Мы продолжаем играть в World of Warcraft. Пока вы там наверняка уже гоняете в Battle of Azeroth. Вышел 7.3.5 у меня из прошлого. Так вот, в общем, появилось путешествие времени Ультуар, Легион Эпилог и подстраивающийся мир. Скалирование зон, всякие вкусности и так далее. В общем, это все, конечно, классно, но нам надо бы разобраться с троном Пантеона. Поэтому я собирался поискать, но меня скинуло. Спасибо. Так, ну чё, погнали. Если, конечно, все нажмут, все будут готовы. Это место священно даже для Легиона. Так, и где мы сейчас? Демоны скорее выжгут себе глаза, чем взглянут на него. Что может заставить пойти на такую жертву? Нихера себе, наказующее пламя, мощно. Отходите, отходите. Да блин, прям в уголке. Крыло только открылось буквально вчера, следовательно, много новичков, следовательно, и найти проще. Так что я решил по-быстрому сыгрануть там, плюс продолжение сюжета, все самое вкусное. В общем, будет здорово. 4 лярда. Ну, не такая уж и большая цифра, если сравнивать с другими боссами. Посмотрим, насколько быстро он пойдет. Забавно, такой ближний мультишот. Мы уже чекнули. Давайте уже начнем. Мне не втерпёшь замочить Агромара, а потом Аргуса, а потом узнать, какого черта в Селитусе произошло, и лично посмотреть ролик, как сэр Гирос без регистрации смс. Ну вы знаете, что делаем, да? Просто мясо долбано, Агромар. Эти красивые эффекты, но тем не менее. Не могу достать. Ух ты. Ух.
от опаляющей бури лучше пацанов призывает. Нужно подойти к пламени. Вы выстояли в пламени, но вам не устоять против моего гнева. Пламя поглотит вас. Ого, я прям в сантиметре от этой огромной огненной жижи был. Окей, короче, Громар тупо мясо, скучно, неинтересно. Бе. Отходим от бури, отходим, отходим. Нихера, он еще и обернулся. Инновационные ИИ боты. Так, у нас уже жертвы есть. Что удивительно. Так, извините, но я не собираюсь становиться жертвой этой огромной реактивной бури. Минус Громар. До свидос. Сущность Громара свободна. Теперь он воссоединится с другими титанами. Наши победы ничего не значат. Пока душа Аргуса питает бесчисленную армию Саргероса, Азерот в смертельной опасности. Титаны могут разорвать эту связь, но не здесь. Они должны перенести душу Аргуса вместо силы к трону Пантеона. Колыбель созидания. Они направят последние силы Аргуса на то, чтобы заточить Саргероса навсегда. Герои, возьмем, пожалуй. Я подам знак титанам. Когда они начнут ритуал, назад пути уже не будет. Окей, что тут у нас? А что надо сделать? Ой, ребят, я умер. А куда идти?
А, надо с Магни поговорить. Камни помнят. Погнали. Так, ребятки, держитесь. Как же я профукал этот момент, а? Слоупок. Мультик! Это же трон Пантеона. А они уже Пантеона наверняка бьют, да? Украденное, то принесет вам погибель. Восстань, Аргус! Восстань, мой сломленный мир! Герои, идет великая битва. Вы должны спасти Азерот. Мочили короля Лича, мочили дракона смерти, мочили Гороша на стероидах. Мочили кого там? Кого мочили в шестом дополнении? Архимонда замочили. Сейчас замочим целую планету. Почему бы и нет? Так, все говорят, сейчас будет мясо. Оо, это надолго, походу. Смерть! Смерть и боль! Какая-то упортая жесть происходит. Мой конус все расширяется и расширяется. Типа ограниченная нам возможность где-либо двигаться. Но как-то он не выглядит каким-то какой-то душой планеты, титаном. Где твоя мощь, ёпта? Ты не можешь 25 тел замочить на изи. Бафы всякие дают. О, шикос. Жопы вышло гигантское лезвие пила и просто режет всех на части. Это так, что ли? Так, ну половину его мы уже довольно быстро мочканули. Осталось замочить вторую половину. Ой-ой-ой!
дальше от линии держаться. Надежды нет. Есть только боль. Только боль. Forever. Почему он выглядит так? Мне подчиняется само время. Сила, что укротит твой гнев. Теперь по отдельности еще мочить эти. Ну ладно. Один. Пойду вот прям сюда, чтобы добить минус четвертого. Там сейчас параллельно минус пятый будет. Но это будет просто, да. Теперь два Лярда Аргуса надо мочить. Нет, пустота. Нет, после стольких жертв все не может закончиться так. Надежда еще есть, великий отец. В этих смертных еще не угасла искра жизни. Да ладно. Восстаньте, герои! Сражайтесь за свой мир! Да, раньше ты не мог просто взять и нас ваншотно. Забавно, я думал, мы не липнемся. Хватит дождем срать, а? Давайте уже добьем Аргуса, посмотрим ролик, как Саргирас без регистрации СМС делает кое-что.
думаю, добьем его. Если он под конец каких-нибудь сюрпризов интересных не выдаст. Живите. Не хватало, чтобы мы сейчас еще огребли. Ёкарды баба, что за черт? У нас пол рейда легло. Какие еще модули? Мы и так справимся без модулей ваших. Все, готов. Изи. Вы справились, смертные. Время пришло. Мы должны подготовиться. Прощайте, дети Азерота. Такие, спасибо, что за нас замочканули Титана. Сделали, что поэтому валите нахер. Каждый шаг, каждая жертва, все ради того, чтобы приблизить этот момент. Ты не вернешься с нами. Да ладно. Охотник ничто без охоты. Разве не в этом моя судьба, пророк? Судьба. Наше будущее от нее никогда не зависело. Да хранит тебя свет, или дам ярость. Итак, как оживили, так и слили. До свидос, Элидаха. Вот фасутка через парк дополнения опять вернется. Такой, ребят, короче, я заполучился у Саргераса, и сейчас точно встану Тиранди. Легион пал, и ты тоже. Вот оно. Мне кажется, после такого давления на планету она как минимум сдвинуться должна была, а не просто дырочка в ней должна образоваться и торчать гигантский меч. Да еще и меч гигантский-то, он точно должен... А, физика, не слышали, да? Это все магия. Наконец. Шок. Лидан изнасиловал Саргераса без регистрации и СМС. Карлик изнасиловал двухметрового негра. Да, вздохнул, ты победили, мы типа. А какой ценой? Теперь у нас торчит огромный меч. Ребят, можно взять этот меч? Так, куда нас перенесет? Дело сделано. Можем забрать свою награду, которой нет, сдать квест. Мы должны объединиться против легиона. И наконец получить знак отличия армии свет. Вот и все. Наконец-то поход пылающего легиона окончен. Благодарю тебя, Андрюша Дыха. Твоя помощь была неоценимой. Если бы темный пантеон Саргераса питала сила Аргуса, падший Титан был бы непобедим. От имени всех Дренеев, Эридаров и бесчисленных миров, уничтоженных Легионом, спасибо тебе. Ну, честно, какой-то слабенький Аргус оказался. Даже на том же Килджедене мы сливались.
Хоть он и менее разнообразный был, но повеселее, наверное, а этот, ну, скучноватый. Не бывает заблудившихся. Но, тем не менее, мы получили за это заслуженную Лего, в конце концов. Вопрос на миллион. Где мы сейчас находимся? А, очевидно, здесь. И нам надо взять квест. Кристалл взывает к вам, изучая магическую энергию. Когда вы берете его в руки, то слушайте отзвук сообщения, которое оставил для вас Лидан. Вы должны выполнить его поручение. Как только открылся путь на Аргус, и я увидел родной мир Пылающего Легиона, я понял, что вряд ли вернусь домой. Какой бы ни была моя судьба, я приму ее. И все же... у меня остались незавершенные дела. Я поместил в этот кристалл два послания. Одно для моего брата Малфуриона, другое для Тиранды. Твоя задача — доставить их. Передай им мои слова, а затем отнеси кристалл на вершину горы Хиджал, к Источнику Вечности. Тебе известно мое прошлое, и теперь мне нужна твоя помощь, чтобы подвести под ним черту. Окей, это задание Лидана, а на Силитус нас не отправят. По идее, в 735 как раз должен появиться квест, связанный с этим. Ну, вроде я тут больше ничего не упустил, поэтому давайте покинем рейд.